подготовке к свадьбе есть один трогательный и в то же время ответственный момент, который почему-то многие пары откладывают на потом. Этот момент выбора обручальных колец. Кажется, что тут сложного? Пришел, увидел и купил. Но выбрать обручальные кольца не так-то просто. Прежде всего, определитесь с цветом обручальных колец. Традиционные свадебные украшения делают из красного золота. Однако мода не стоит на месте, и сейчас можно встретить кольца из белого или комбинированного золота, а также модели из серебра. Более практичные и дальновидные пары выбирают комбинированные модели. Соединение в одном украшении нескольких оттенков золота позволяет сочетать обручальное кольцо с любыми другими ювелирными украшениями. А если вы любители чего-то необычного и хотите что-нибудь эдакое, то тогда обратите внимание на декорированные обручальные кольца с алмазной огранкой, ажурные или украшенные камнями. Кольца супругов не обязательно должны быть парными. Конечно, хорошо, если у вас с будущим супругом одинаковые предпочтения. Но если мнения разошлись, не стоит настаивать на своем. Вы же хотите, чтобы ваша вторая половинка носила кольцо, не снимая? Тогда обратите внимание на изделия, дизайн которых будет перекликаться. И главное, при выборе обручальных колец положитесь на свои ощущения и чувство вкуса. Чтобы украшение не захотелось снимать, оно должно в первую очередь нравиться. Иногда приходишь с работы и хочется как-то отвлечься, почитать что-нибудь легкое, незатейливое. А вот эта книга «Лайфхак на каждый день» как раз из той серии, называется «Отдых для мозга». Лайфхак – слово в последнее время мега популярное, а нам больше известное как полезные советы, небольшие хитрости. Авторы книги – известный спикер, маркетер, издатель Игорь Ман и Фарид Каримов. Он известен как блогер, специализирующийся на личной эффективности, личном росте и так далее. Советы некоторые покажутся вам смешные, другие странные, но я думаю, многие из них вы захотите проверить на себе и уверена, что кое-что возьмете на заметку. Например, как быстро проверить запах изо рта? Человек часто не знает, пахнет у него изо рта или нет. Как это узнать, не прибегая к помощи посторонних? Лайфхак. Просто лизните свое запястье, подождите несколько секунд, а потом понюхайте. Может быть, это выглядит не очень привлекательно, но какова проблема, таково и решение. Прикольно? В общем, веселого вам чтения! Человек вышел из Москвы больше года назад. С тех пор он передвигается по России исключительно пешком. Зачем? Почему? Это мы узнаем сегодня в программе «Женский клуб». Андрей Шарашкин. 190 километров за 3 дня – такова скорость путешественника. За плечами только самое необходимое – палатка, спальник, горелка и сухпаёк. Больше года, невзирая на жару, дождь или холод, офицер в отставке, увлеченный историей России Андрей Шарашкин идет маршрутом, о котором мечтал давно. Свое знакомство с Бийском путешественник начал с экскурсии по городу. Расскажите, пожалуйста, как вам вообще пришла такая идея пройти пешком по России? Ой, ну, эта идея зародилась не случайно, потому что я изучал историю. И мне было интересно посмотреть на Россию изнутри. И вот так вот она родилась в 2002 году, эта идея. Ну, она так и осталась идеей, осталась мечтой вот до 2018 года. Ну, в 2018 году я уже решил, что пора идти, пока силы есть и здоровье, пройтись по России, посмотреть ее изнутри. Какая она все-таки есть у нас. Как люди вас встречают? Вообще здорово. Вот. Везде гостеприимно, с добродушием. Но негатива я нигде не видел.
Скажите, позади Дагестан, Астрахань, сегодня вот Алтайский край, а что впереди? Ну, впереди у меня еще Красноярский край, Байкал, Владивосток, потом Якутия, ну и обратно пойду в сторону Архангельска, уже в обратную сторону, только по северу. Архангельск, потом Мурманск, ну и после Мурманска все центральные регионы, которые я еще не прошел. Скажите, что у вас с собой, вот этот необходимый, так скажем, рюкзак, что в него входит? Набор джентльмена. Да. Ну, в рюкзаке у меня, как правило, палатка, спальный мешок, коврик, газовая горелка, немного вещей, вот, ну и продукты. Вы путешествуете без компаса, это правда? И насколько вам помогают социальные сети? Ну, компас мне не нужен. Во-первых, я иду по дорогам. Дороги я не всегда веду, куда-то веду. Вот. Во-вторых, у меня есть карта, есть навигатор, по которому я иду. Я составляю свой маршрут на неделю, там, на месяц. И в соцсети, ну, конечно, помогают люди. Во-первых, я даю информацию, рассказываю людям о том, где я был, что я вижу, выкладываю фотографии, видео. Людям это интересно. Это можно даже посудить по комментариям и по просмотрам. Где-то люди помогают советами, где-то предлагают переночевать у них, где-то кто-то экскурсию провести и так далее. Конечно, это общение с людьми, это все очень сильно помогает мне в моем путешествии, и я этим очень доволен. Впереди еще одна жемчужина России – горный Алтай, а после – озеро Байкал, Владивосток, Якутия, конечная точка – Тюмень. Встречи в пути бывают разные. В основном люди поддерживают и удивляются такому отчаянному путешествию. Но бывают другие встречи. Ну, это было в Калмыкии. Как раз там произошло так, что карта и навигатор меня обманули. Показали дорогу. На самом деле, буквально через 10 где-то километров дорога как оборвалась. Получилась голая степь. Но назад я не стал возвращаться, пошел вперед, потому что по-любому я срезал примерно около 200-300 километров. И уже буквально где-то на второй день я увидел стаю волков, ну, они вдалеке так пробежали. А на третий день я, ну, в палатке находился, там, своими делами занимался и почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я еще удивился, думаю, кто здесь может смотреть, когда нету здесь ни людей, никого. Обернулся, увидел 8 волков, где-то примерно метров 20-30 от меня сидели. Конечно, я испугался, но зная, что нельзя перед животным показывать свой страх, я начал с ними разговаривать. Не знаю, о чем я разговаривал с ними, потому что все было на автомате. Конечно, у меня сердце в одну пятку ушло, душа в другую. В руке был нож и топор. Но я понимал, что все равно это меня не спасет. Если что, ну, продолжая с ними вообще. Ну, видно, скорее всего, что я им надоел, балабол. Они встали и ушли. Естественно, после этого у меня, наверное, минут 15-20 бил мандраж. Я осознавал, что в какой ситуации я был. Да, я считаю, что мне повезло, и повезло не сказано, что, скорее всего, они были не голодны. Свои наблюдения, фотографии Андрей Шарашкин выкладывает в социальные сети. Особый дневник ведет ВКонтакте. Там уже появились видео и фото, снятые на экскурсии по улочкам Старого Бийска. Кстати, о тех местах, где путешественник останавливается на пару дней, он обязательно узнает историю.
Как сделать так, чтобы ребенок, приходя в школу, любил это место? В общем, как сделать посещение школы комфортным? И в чем мы, родители, можем помочь ребенку? Именно этот вопрос я бы хотела адресовать семейному психологу Анне Найдиной. В первую очередь, родителям нужно осознать, что такое готовность к школе. Готовность к школе – это не только энциклопедические знания ребенка, это не только его умение грамотно строить речь, писать, считать, читать. Это не только все, что я перечислила, это педагогическая готовность к школе. Кроме этого, есть еще физиологическая готовность к школе. Это способность организма ребенка выдерживать нагрузки, способность сидеть, когда нужно сидеть, выдерживать нагрузку урока, способность осуществлять зрительное внимание, слуховое внимание к преподавателю. Это все физиологическая готовность. Также готовность к школе включает в себя и психологическую составляющую, то есть умение преодолевать трудности, то есть стрессоустойчивость, умение общаться со сверстниками, взаимодействовать со взрослыми, с педагогом. Вот это и есть все составляющие готовности к школе. И родителям нужно это учитывать. Потому что поход в школу – это первый выход ребенка во взрослую жизнь. Первый выход, первый раз в первый класс. Это очень ответственное мероприятие. Конечно, к нему нужно готовиться заранее и не только в форме покупок тетрадей, портфелей. Всей амуниции. Да, то есть внешней амуниции. Это, конечно, и подготовка внутренней амуниции. Это как? Каждому ребенку важно чувствовать, что его любят просто так. Конечно, родителям важно озвучивать, что ты молодец, ты справишься, ты у нас самый лучший или самое лучшее. И каждый ребенок должен чувствовать... Это лучше всего говорить перед выходом в школу? Да, 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 перед выходом. Каждому ребенку важно чувствовать, что его любят просто так. А если еще при этом он хорошо ответит на уроки, сделает сам домашнее задание, будет дружелюбен с одноклассниками, будет внимателен в записях, в тетради, то это будет просто здорово и превосходно. Вот в целом примерно вот такая обстановка и такой настрой помогает преодолевать школьные трудности. А вот некоторые родители, я не знаю, правильно это или неправильно, говорят, вот получишь пятерку, куплю тебе там любимую шоколадку, например. Вот это вообще-то является положительной мотивацией? Ну, есть некоторые отдельные случаи, когда ребенка можно стимулировать и чаще мальчиков, чем девочек, какими-то, скажем так, покупками за, так сказать, за годовой абонемент. То есть за год получишь пятерки, четверки мы тебе купим. В каких-то исключительных случаях так можно поступать. Но в целом я предлагаю исключить... делать это ежедневным, да? Я предлагаю исключить товарно-денежные отношения с ребенком по поводу учебы. Важно настроить ребенка следующим образом. Школа – это труд. Мы, взрослые, ходим трудиться по своей профессии на работу. Правильно? Наша задача – делать это осознанно, самостоятельно. Нам нужно выбрать ту профессию и то место, которое будет нас радовать, ну, в идеале. Вот то же самое нужно транслировать и своему ребенку. Школа – это твой труд, это твоя работа. Твоя зарплата – это твои оценки. И мы верим в тебя и надеемся, что ты будешь трудиться хорошо, с удовольствием. У тебя будут какие-то препятствия, что-то будет не получаться. Это нормально. Везде, где ты не сможешь справиться сам, мы тебе поможем. Везде, где ты сможешь справиться сам, справляйся и расскажи нам, как ты это сделал. И мы все вместе порадуемся. Смотрите программу «Женский клуб» на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск. Мой город», в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук» и «ВКонтакте».